Привет, ребята! Сегодня мы будем такую ракету собирать, которая трансформируется в робота. Сейчас вам покажу, как его трансформировать. Сначала просто эту круглую, как сказать, круглую плоскую точку снимаешь от этой. И потом эту снимаешь. И сюда. Потом, какую хочешь, я поберу. Вот так вот ставишь, если ты хочешь, чтобы... Вот мне нравится вот так вот руки сделать вперед. Видишь, они так были. Мне нравится вперед. Если вы хотите, вы можете это повернуть. Но мне нравится просто так оставить. И вот. Ой. Как я сказал, первый лук, который ты снимаешь, вперед ложишь. Сейчас нога и рука сломалась. Сейчас я ее починю быстро. И вот она такая. Такой он. Теперь сейчас я вам покажу детали, которые вам нужны. Вам нужны будут. Если вы смотрите это видео, чтобы его собирать, возьмите эти части. Теперь давай начинаем. Сначала ты просто такую берешь, такую, которая вниз идет, и пипочку. И вот так вот соединяешь. Такую берешь, и вот так вот. И так же на каждую сторону. На каждую сторону нужно, чтобы это были такие классные вещи. И они просто идут, видишь, эту точечку, вот так вот идут. Потом ты такую берешь и сложишь ее наверх, такую круглую пипочку. И вот так вот ее сюда. Теперь я последний раз вам покажу, как его трансформировать. Пипочку снимаешь наверху, это берешь, ну, видишь, вниз ее ставишь, это берешь. Так ставишь, эти руки вперед, и эту пипочку. Итак, как я говорил, если вы хотите, вы можете это вот так вот. Но мне нравится вот так вот оставлять. И сейчас... И вот такой. Очень классный человечек.